что ты пришел, Утор. Следи за своим тоном, юноша. Хоть ты и принц, но как паладин ты все еще находишься под моим командованием. Как будто я не помню. Послушай, Утор, я должен рассказать тебе кое-что про чуму. Нет, мы опоздали. Все эти люди заражены чумой. Сейчас это еще незаметно, но скоро все они превратятся в нежить. Весь город должен быть очищен. Что? Как ты мог даже подумать об этом? Должен быть какой-то другой путь. Проклятье, Утор! Как будущий король, я приказываю тебе зачистить этот город. Пока ты еще не король, юноша. Но этот приказ я не выполнил бы, будь ты хоть трижды королем. Тогда я буду расценивать это как измену. Измену? Ты совсем лишился рассудка, Артас? Неужели? Лорд Утор, властью, данной мне по праву наследования, я отстраняю вас от командования и освобождаю от службы ваших паладинов. Артас, ты не можешь так... Решено! Те из вас, кто действительно хочет спасти эту землю, за мной! Остальные прочь с глаз моих. Ты пересек опасную черту, Артас. Джайна. Прости, Артас. Я не могу на это смотреть. Доброго времени суток, друзьяшки. С вами Роси, вы на канале Real Game Online. Продолжаем играть в Warcraft 3. 6 глава, резня. У нас появился новый тип воинов, это рыцари. И наша задача — войти в Стокгольм. Сразу улучшим добычу дерева. Что тут у нас есть? Пока мы еще не кузница, замок, лесопилка. Лесопилка у нас уже есть. Давайте сразу сделаем так. Да, ваша светлость. Мне нужны пару дворков стреляющих, и, в принципе, можем заходить. Слушаюсь, милорд. Кто не знает, по миссии мы сейчас должны будем зачистить город, как, в принципе, было относительно понятно перед началом видео. Утор оказался слабохарактерным стариком. Ослушался указания нашего Артаса по праву будущего короля. Не будем уточнять, короля чего или короля кого, но Джайна нас тоже предала. Справимся сами. Так, все вперед. Дайте мне пару стрелков. Вот так. И, в принципе, хватит. Пойдем штурмовать. Так, что тут у нас есть? Лавка. Ну, относительно небольшой город. Я помню, в первом, ну точнее, в оригинальном Warcraft'е мне казался почему-то намного больше. Улучшим наших. Вообще, я считаю, что вот эти дворфы с ружьями — это самые универсальные бойцы, которые могут бить и по нижним, точнее, и по земным, и по воздушным. Плюс хороший урон, хорошая дальность. Главное их просто контролировать и защищать, чтобы их не убивали. А так это просто созданная машина для убийств. Постараемся по-быстрому пройти. Дольше, конечно, будем собираться. Ну, красивенько все сделано, блин. Вот, не знаю, мне нравится, классно. Смотрите, в его глаза, он понимает, что он следующий. Ничего, сейчас Артас принесет им демократию. Отлично, прогресс уже должен... Ну, есть. Уже можем и...
Уже рыцаря можем. Можем, но не будем. Давайте мы еще раз улучшим этот. Все равно сцена началась. Я ждал тебя, юный принц. Я Малганис. Как видишь, твои люди отныне принадлежат мне. Дом за домом я порабощу этот город. И огонь жизни угаснет здесь навсегда. Я не допущу этого, Малганис. Лучше они умрут от моей руки, чем станут твоими рабами после смерти. Правосудие свершится. Погнали. Разумеется. Хороший план. Надо убить 100 граждан. За честь и отвагу. Конечно. Давайте бегом, ребят, мужа. Но я должен сделать это. Артаста забей, все тебя прощают. За честь и отвагу. Конечно. Конечно. На нас напали солдаты короля. Спасайтесь, кто может. Никто не спасется, глупец. Блин, так долго мы разбиваем эту халапуду, конечно. Поздно просить пощады. Недостойное создание. Хороший план. Исследование завершено. За честь и отвагу. Мы, короче, уже проигрываем по за честь и отвагу. Скорости. Хороший. Блин, еще не все здания можно разбивать. Вот это мне не нравится. Разумеется. Где враг? Но он явно... Конечно. Так, тут они еще не попрятались. Что мы наделали? Что мы наделали? Вы заразились. Никто не смеет предавать свет. За честь. Мы можем не успеть с таким, такой скоростью. Разумеется. Вообще, я думаю, ребята, нам нужно пойти вальнуть этому Малганису, чтобы немножко его хороший выбить, сказать, скажем так. Ну, бейте, а чего ждете? За честь и отвагу. Разумеется. Вот, пальнуть бы ему, чтобы немножко вывести его с игры. Хотя 15-15, мы уже выровнялись. Пока он защищает ту часть города, мы будем защищать эту. Конечно. Хороший план. Видите, Аутер был неправ. Он думал, что Артас сошел с ума, на самом деле он же... Он просто не знал, Артас не успел ему рассказать всей правды. Потому что Аутер не умеет слушать. Честь и отвагу. Никто не смеет предавать свет. Никто не смеет предавать свет, поэтому умрите. А вы предали свет. Так, тут есть. Разумеется. Вот тут много домов. Больше 6. За честь и отвагу. Поздно просить пощады. Рыцарь такой самый первый врывается в этот замес. Артас тупашит страшно. Конечно. За честь и отвагу. Хороший план. Есть такое дело. Так, сейчас будет драка. Конечно. Я готов. Сразу в Малганиса играем. За честь и отвагу. Недостойное создание. Хороший план. Все, есть такое дело. Теперь разбираемся с этими всякими. Конечно. Хороший план. Моего отца. За честь и отвагу. Блин, надо было в этого. Правосудие. Поганище это. Играть. Ладно, поровно. У нас на базу напали. Давайте хоть немножко подстроим. Ваши войска атакованы. Свет благословляет.
честь и отвагу. Конечно. Малган не через 2 минуты. Хороший план. Разумеется. Недостойное создание. Так, нам бы тут подстроить ферм, потому что мы конечно не успеваем. Разумеется. Хороший план. За честь и отвагу. Хороший план. Надо подстроить фермы, потому что планируем-то свет благословляет еще войско подстроить, а у меня, вижу, скоро лимит уже будет. Уже лимит. Разумеется. Конечно. Помимо того, что мы конечно деремся здесь, так еще надо и за базой следить. Дело сделано. Дело сделано. Хорошо, ну, давай еще. Прочь, щенок. Не путайся под ногами. Ну, иди к своему дряхлому отцу. А ты кто? Дожидайся конца вашей династии. Ничего себе, это поворот. За моего отца. За честь и отвагу. Правосудие настигло тебя. Конечно. Помешали мне. Поздно просить пощады. Хороший план. Так, кто там у нас к бою готов? А? Куда стрелять? Давай сюда, газуй. Где враг? Дело сделано. За честь и отвагу. Разумеется. Разумеется. Что приказа? Хороший план. Уже скоро Малганец будет. Так, ферма готова. Давай. Пару рыцарей. Не ждите. Конечно. Что приказа? Недостойное создание. За честь и отвагу. Ты смотри, он еще сопротивляется. Хороший план. Так. Где тут здание? Ага, конечно, вижу. Дворф уже сюда пришел, пробежал мимо. Дружочек, ты пробежал мимо всех веселий. Я снова жив. Ага, давай иди сюда. Мы тебя опять отправим туда, откуда ты пришел только что. За честь и отвагу. Так, ну пока он дойдет, еще успеем. Опять работу. Надо пару силлеров себе взять. Ух ты. Это какой-то мясной крюк. Серьезно, какой-то парень. Он как засчитается мне. О, как 5 сразу, нормально. Так можно. Смотрите, тут нападают еще и с этой стороны. Угу. Пока он там дойдет, этот Малганец. Хороший план. Разумеется. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Так, рыцаря подлечим. Конечно. Хорошо. Так, ты достроил? Нет, еще строит. Это Мартас. Есть. Достойное создание. За честь и отвагу. 85 против 35. В принципе, можно от него не бежать. Дай мне цель. Че, не хватает этих, да? Да. Ну ладно, я думаю, в принципе, эти ребята все равно справятся. Пускай те даже превратятся в нежить, и те их сами в автоматическом режиме убьют. Конечно. Я так думаю. За честь и отвагу. Хороший план. Конечно. Разумеется. Артас еще и качнулся. Разумеется. За честь и отвагу. Одно ваше слово. Да-да, конечно. Что, в принципе, все. Резня закончилась.
покончим с этим сейчас же, Малганис. Один на один. Храбрости тебе не занимать. Но, к несчастью для тебя, юный принц, твое путешествие только начинается. Собирай свои войска и отправляйся в царство вечных снегов, в Нардскол. Там мы и уладим все наши дела. Там ты узнаешь свою судьбу. Я отыщу тебя даже на краю земли. Ты слышишь меня? На краю земли! Вот так вот, ребятки. Следующее это мы уже... Ошибка запроса, не обращайте внимания. Следующее это мы уже в Нардсколе будем. Интерлюдия. Смотрим же, конечно. И на этом после интерлюдии закончим видео. Поэтому заранее с вами попрощаюсь. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. И до скорых встреч. Сколько мертвых. Не могу поверить, что все это дело рук Артаса. Чайна! Чайна Праудмут! Лорд Утер? Чайна, я знал, что найду тебя здесь. Девочка моя, куда он отправился? Куда Артас увел наш флот? Он приходил ко мне перед отплытием. Я умоляла его остаться, говорила, что это ловушка. Куда он ушел? В Нардскол. Он отправился в Нардскол, чтобы найти Малганиса. Демоны бы побрали этого мальчишку. Я должен рассказать обо всем королю. Не вини себя. Ты не могла ничего изменить. Погибшие упокоены пока что. Но не стоит обманывать себя. На севере твоего юного принца ждет только смерть. Ты, Артас, делает лишь то, что считает правильным. Похвально, но это приведет его к погибели. Теперь все в твоих руках, юная чародейка. Веди свой народ на запад, в древние земли Калимдора. Только там ты сможешь сразиться с тьмой и спасти этот мир от всепоглощающего пламени.